Приветствуем всех на канале Девкалоискатель. Мы сегодня снова втроем. Олежка. Привет. Олежка. Привет. Серж. Привет. Сегодня мы снова с приключениями. Вождь тупанул. И поехали вообще не в том направлении. Лишних 120 километров маханули туда-обратно. Но все-таки решили мы сюда приехать. Была надежда, что здесь продискуют. Ни хрена подобного. Громчик, это мы здесь с собой ехали. Помнишь? Ну, походим. Ждем находок. Вуаля. У нас первая находка. Тут ближе и не стоит показывать, а что. Обычная копейка. Поздний советик. Ну, факт остается фактом. Минут 5 хожу. Первая находка. Чпок. Был сигнал 82-83. Смотрите, что любопытно. Изображение Иосифа Виссарионовича Сталина. А здесь вот как пластмасска, что ли. Как значок, что ли, был, я не пойму. Да. Как в петличке, что ли, была? Что-то. Как петличка, типа. Портретик. Так. Неудобно ходить, конечно. Но находки есть уже. Попробуем в онлайне. Все, 64, 69. Так. Нет, онлайн нам не помог. Какая-то медная шняга. Ну ничего. Ну, сигнал был 59-63. Не стал в онлайн снимать, а зря. Это у нас здесь копейк. Щитовичок. Так. Нормулек. Нормулек. Чпок. А у нас третья монетка. 3 копейки. У Олежки там тоже что-то звучок какой-то приятный. Ну, убитая. И поздний советик, походу. Ну, ничего. Давай, Олежка. Дерзай. Пора уже. Монетка прямо на поверхности. 45. Что это у нас? Да, тут сохранчик, конечно, оставляет желать лучшего. Пятнашка какая-то, наверное. Пятнашка. Да, вроде как. А, поздний совет. 61-й год. О, о, о. Смерть, 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 смерть. Падайте, летите. Так, ну ладно, какая-никакая находка. Надоело нам по полю ходить собирать поздние советики. Да? Поздние советики. Надоели? Мы здесь опять подъехали вот этого дома, был заброшенного. А здесь огороды были. Ну тут куча фундаментов. Вот огороды были. Мы здесь на этих огородах подымали империю и серебро. Здесь там такое падает. Вот. Решили здесь походить. Не так много было находок, но все лучше, чем одну империю найти, чем 10 поздних советиков, согласитесь. Ждем находки. Че? У нас копатель, смотрите, копатель, копатель, копатель. Сейчас монет найдет. Копай, копай.
Дальше копай. Так, так, так. Все, выкопал. Так, ну наконец-то. У нас вторая, по-моему, монета. Все. Или ты еще поднял? 3 копейки. 31-й. Отлично. Помощник у нас. Где такой? Где такой? Охранник. А толстый такой. Так, крестик. С потерями. Да, вот. Вот. Ну вот что значит на полосу попасть. Ну дальше. В той мы там ходили, я на полосе 5 монет поднял. На вторую полосу перешел, туда-обратно прошел, ни одной монетки. Так что так. Ну, нормально. Что-то я уже подъелся. Ты просто давно находок не был. Да, уже давно, уже час, наверное, с лишним. Вот такое поле. Не кайф по нему ходить, но... Да? Олежек у нас... Путей не ищем же. Олежек, что у нас, 15 копеек 61 поднял? Ну вот, а я вообще ничего здесь на этом поле, кроме пробок. Не, сейчас... Первым сигналом, блядь. Сейчас петлю латунную поднял, тоже цвет метр. Все, иди ко мне. Иди сюда. Тросишка. Зайка серенький. Звучало, конечно, как пробка. Но это не пробка, это у нас пуговичка. Угу. Лысенькая. Какая-то прям блестящая. Ну да. Целенькая. Целенькая. Ну, находка тоже неплохая. Да, совершенно верно. Он там читали кровь. Идем к машине. Крот Олег. Идем к машине. Зашли в дом. Серж уже одну монету нашел, 2 копейки капуста. И второй сигнальчик. 93. Где тут здесь все? Не. О, отсыпка, блин. Нет. Монета, вон монета, монета. Империя. Империя. Нет, Советик. Ну как он мог? А, это вообще не наше, что ли, блядь? Серебро, ебаный рот. 15 копеек серебряный. Они же, сколько ты сказал, 95? 5 часов по полю ходили, нихера ничего. А тут империя, серебро сразу же. Какой вот 21-й, что ли, 23-й, блядь? Я офигею. 28. 28? Ну она это хорошая будет. Не, это не интересно. Да. На этом сегодня все. Мы что-то прям припозднились. Устали все опять. Видели вы. В домик зашли. Намолотил империя и серебро. 2 монетки. Да, в целом вот так вот. Ну, вот эту за монету считать не будем. Скорее всего, это, наверное, монета, но расплющенная. Так, в целом, 4, 7, 10, 11 монет. Одна империя, серебро, крестик, вот пуговка и вот любопытный артефакт изображения Сталина. Типа как брошка, может, или еще что было, непонятно. Любопытно. На этом все. Ставим лайки, подписываемся на канал. Да, Серж? Да. До свидос. Всем пока.